В Мурманске стартовал фестиваль «Педагогические надежды 2023». В рамках проекта молодые специалисты с профессиональным стажем не более 3 лет поборются за статус лучшего. Фестиваль – неотъемлемая часть проекта «Педагогические надежды города Мурманска» и стартовал в 15-й раз. Екатерина Дементьева продолжит. 45 молодых, амбициозных, творческих учителей собрались вместе, чтобы громко заявить о себе и продемонстрировать свои таланты. Во время фестиваля «Педагогические надежды 2023» им предстоит пройти несколько этапов. Это самопрезентация «Мой путь в профессию», урок и самоанализ урока. На мой взгляд, очень важно, что будет не просто урок, но и будет самоанализ урока, потому что, когда проходит самоанализ урока, опытные педагоги могут подсказать, оказать какую-то методическую помощь. Поэтому я считаю, что это ступенька роста для молодых педагогов. Реализовать свои идеи можно в 9 предметных номинациях, таких как начальные классы, физкультура, английский язык и других. Все конкурсанты активно проявляли себя еще в весенней и осенней сессии «Школа молодого педагога», но все же немного волнуются. Поддержка. На самом деле мне придает силы и уверенность именно поддержка коллег, друзей, семьи. И участвуя в конкурсе, это, знаете, такое вот испытание для себя, посмотреть, на что я способна и чему я научилась за эти 2 года. Фестиваль «Педагогические надежды 2023» завершится 20 февраля, а торжественное подведение итогов состоится 3 марта. Каждый участник конкурса получит диплом об участии и призы.